Всем привет! Продолжаем прохождение Stardew. 18-й день. Так, а это что? А, это помощь. Так. А, духи все сделают, чтобы мне напакостить сегодня. Вот выбор. Да, выбор пещеры. Ну, выбор простой. Грибы или фрукты, да? Летучая мышь, которая приносит фрукты, всевозможные. Если нужно быстро закрыть узелки, тогда лучше фрукты. Плюс их можно дарить NPC разным. Это у некоторых NPC это самый лучший подарок фрукт. Но у меня узелков нет. Для дружбы я буду использовать другие предметы. Поэтому я возьму грибы и буду делать из них зелье жизни. Ну и возможно продавать. Может быть, зелье жизни буду продавать. Посмотрим. В общем, грибы. А, и еду из них можно будет сделать. Ага. Так, сразу, пока не забыли, возьмем для наживки 2 железа. А, сразу делаем. Так, что еще? Что еще у нас есть? Для Гюнтера сразу Гюнтеру отнесем. Он открывается в 8. Дальше. Что мы можем еще? А, можем открыть Джоуда. Тоже. Откроем Джоуда. И... сейчас тогда польем все. Вот. Да, я положил. Настолько все просто у меня, что я все растерял. Все поливаем. Сейчас по времени посмотрим, кому будет быстрее в первую очередь. Кстати, а у меня сейчас от сбора повысится навык? Нет, пока еще не повышается. Но я думаю, от клубники должен. Вон у меня сколько клубники будет. Рис все забываю. Не знаю, он мне пока не нужен. С косой я сейчас не хожу. Потом соберем. Так, здесь у нас все отлично, да? Ну, вот это соберем заодно. Лишним не будет. Так, лет. Ну, сколько ягоды? Складываем. Ну, это тоже сюда положим. Так. Все, побежали.
Ладно, соберем. Сначала к рыбаку тогда забежим. Мне места не хватит на все. Куда так много? Так, нет, нет этого. Надо будет потом взять палку-копалку. Вот она. И лидевая удочка. Берем. Красота. Так, это сюда. Стоп. Вот так. И наживочку. Оп. Есть. Какая красота. Так, а что еще? Ой, слушай, у тебя 500 всего стоит. Выгоднее покупать, наверное. Запишу на видео вот эти цены. Потом, если что, хотя все же есть под рукой. Так. Ну, красиво. Все. Максимальная удочка есть. Теперь только лови, не хочу. Все, отдаем свитки. Где их положим? Вот здесь. И вскроем живода. Да. Ну, отнесем сразу тогда в музей Поле чудес. Принесли. Пороемся. Ничего нету. Так, это здесь тогда сложим или здесь? О, красота! Награда. Семена дыни. Но это лето. Положим их себе в сундучок. Все, побежали ловить рыбу. Интересно, сколько мы поймаем теперь. Ну, больше уже на удочке тратиться не нужно.
все максимальное. Кстати, а что она любит? Может быть, подарим ей что-то? Может, цветок? Да, Фазил, она должна же любить, да? Сейчас посмотрим. Так, подарим. Вроде понравилось. Да. Между делом поздравили с днем рождения. Так, здесь нам ничего не нужно. Все, бежим чисто ловить рыбу. Не отвлекаемся. По максимуму нужно поймать. Ладно. Привет. Вот, держи. Ловим. Ух, как далеко. Ну. Мне, наверное, далеко не надо кидать. Ну, пожалуйста. О, иридиевый. Ну, золотой. О-о-о. Эльфийская. Артефакт. Потом отнесем. Зря. О, что-то серьезное. А, ну здесь только она. Неудачно. Кстати, сейчас цветение сакуры, вот эти все лепесточки. Я как одинокий самурай ловлю рыбу под лепестками сакуры. Это справа, видимо, вишня.
успел. Закончились пузыречки. Так, надо будет сейчас поесть. Едим. Не туда. Странно, по идее, эта зона должна быть нормальная для ловли. Просто неудачный день, что ли? Вот что сначала будем брать? Вагонетки? Наверное, вагонетки. А потом тогда возьмем уже карьер. Сначала вагонетки. Правильно? Да. Ну, кстати, выловилось уже много рыбы. Неплохо. Ловлю я полдня буквально. Вот если целый день ловить, должно неплохо получиться. Так приятно. Все эти лепестки вишни вокруг. Хочется написать хокку. Все, еще несколько рыбок и все, и по домам. Некуда. Так, камни не нужны. Придется поесть.
одуванчик. Да. Как раз чуть-чуть. Чуть-чуть энергии. Должно хватить. Надо будет как-нибудь поиграть на стрим в Stardew. Часа на 2-3-4 сидеть. Поиграть, пообщаться. Лампово. Восемнадцатый день весны и цветение сакуры в Stardew. Может быть, я не замечал 17-й, но 18-й точно. Хочется посетить Японию в дни цветения сакуры. Продаем. Ну, вот это тоже попробуем, сколько они дают. Так, артефакт пока откладываем на будущее. Это тоже. Ну, это тоже отложим пока. Так. Семена дыни. Отлично. А, закончилось. Может, вот это возьмем? Хотя нет, это сейчас не нужно. Скрафтим еще одну. Потратимся. Ничего страшного. Есть. А можем сделать еще наживку? Ну, 99. Красота. Так, и удочку сюда. Все. Наверное, вот это все вот так держать. Или чтобы было понятно, не сортировать, вот так положить. Все, вот они. После рогатки идут сразу. Все, неплохо. Хороший забег. Завтра. Солнечный день. Спим. Неплохо. 3000. За полдня. То есть можно около 5 заработать. Но это мало дает. Угу. Все, отлично. На этом серию закончим. В следующей серии... Что нас ждет? Нейтральные духи. Погода следующая. Тоже солнечная. Так, все нужно будет полить. Соберем. Рис. Не забудь собрать. Пожалуйста. Так. А, здесь будет квест на цветную капусту, Лексу водичку, ну и на выбор два действия, рыбалка и поход в шахту. Подумаю. Все, спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.